чтобы войти в Царство Небесное. Будьте как дети. Деле, надо постепенно восходить от простого к высшему. Посему брак да послужит нам в целях обучения любви. Любовь супружеская легка, ибо она поддерживается сильным непрестанным стремлением одной плоти к другой. Она укрепляется неразрывной телесной связью. Тела мужчины и женщины взаимно дополняют друг друга. И через это происходит зарождение нового человека в мир. Святитель Лука, воины Есенинский. Подошли ученики к Иисусу и спросили: «Кто же больше в Царстве Небесном?» И подозвав дитя, он поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто смирит себя и будет как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, меня принимает. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видит лице Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 18. Приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Евангелие от Матфея, глава 19.
им не важно мнение людей. Они всегда радуются жизни. Альберт Эйнштейн.